Я Лосев Федор Федорович, президент холдинга «Мегастом», ведущий имплантолог клиник «Мегастом», заслуженный деятель науки, профессор, доктор медицинских наук. Шарин Алексей Николаевич, доктор медицинских наук, профессор. Лосев Владимир Федорович, кандидат медицинских наук. Жарков Александр Витальевич, я заведующий хирургическим отделением клиники «Мегастом». Приветствую вас, мое имя доктор Хан Ван Дайк, я хирург-имплантолог из Нидерландов. Меня зовут доктор Джуст Брауэрс, я хирург-имплантолог из Нидерландов. Мой доклад будет посвящен цифровым технологиям. Это то новое, которое мы уже последние 10-12 лет осваиваем в разных областях стоматологии, в имплантологии, в эстетической стоматологии, в планировании. То вот этот доклад будет в основном посвящен внутриротовому сканированию и возможностям этого сканирования в нашей повседневной практической деятельности. Я планирую посвятить свою лекцию теме цифровой гнатографии в ортопедической стоматологии, поскольку не секрет, что тема определения соотношения челюстей является одной из основных в современной стоматологии на протяжении последних лет. Сейчас уже спустя 25-30 лет много появилось различных переимплантитов, осложнений. Поэтому будет очень интересно представить опыт нашей работы по этой теме, опыт восстановления костной ткани после резорбции при переимплантитах. Я проведу лекции на две темы. Первая лекция будет посвящена сохранению зубов, установке имплантатов, конфронтации с границами при принятии решений. Вторая лекция – о вариантах протезирования на имплантатах при полной адентии. Но в первую очередь мы будем говорить об аугментации кости, в том числе при одномоментной имплантации. Мы покажем свои и хорошие результаты, и осложнения, которые, безусловно, присутствуют в любой работе. Также особое внимание мы уделим научным изысканиям при изготовлении абандментов, в первую очередь самого материала. В последнее время очень широко в России используются сплавы алюминия. А как известно по последним научным данным, алюминий вызывает рак. Я рассмотрю две темы. В первой расскажу о немедленном замещении зуба в эстетически значимой зоне. Она основана на соблюдении анатомических, хирургических и эстетических принципов. Это непростой вариант лечения. Установка имплантатов в эстетически значимой зоне – это технически точная работа, не оставляющая права на ошибку. Вторая лекция посвящена обработке твердых и мягких тканей в новой эре. Современная имплантология становится все более надежным и предсказуемым способом восстановления потерянных зубов. Добрый день. Меня зовут Иван Владимирович Новоженин. Работаю хирургом и ортопедом в клинике города Жуковского. Начинал свой врачебный путь как имплантолог под руководством как раз докторов «Мегастом». И, в общем-то, в 2017 году посетил симпозиум «Мегастом». На очень высоком уровне организован симпозиум, потому что, в принципе, есть с чем сравнить. Очень интересно было, много было информации новой, интересной, которую можно применить в практике. На практике также были зарубежные лекторы. Ну и, естественно, наши мэтры, вот Федор Федорович Лосев, Шарин Алексей Николаевич. И вот в 2018 году предстоит тоже симпозиум «Мегастом». Обязательно поеду. Уверен, что очень много интересного там тоже подчеркнуть.